Отзывы об акциях проекта «Здоровое сердце – залог успеха» всегда положительные. Эффективные диагностические мероприятия с доставкой на рабочее место набирают популярность. Здоровье – главная ценность человека, а здоровый работник – ценный ресурс любого предприятия. В головном офисе берестейского пекаря трудится не одна сотня человек. Сегодня у последних была возможность узнать больше о состоянии своего здоровья и способах его укрепления. Я хочу огромные слова благодарности сказать инициаторам этой акции. И очень правильное решение, и наш коллектив очень воспринял это хорошо. Заранее все записались, даже я так переживаю, что больше желающих, чем есть возможность вот за один день врачам обследовать и дать какие-то рекомендации. Я думаю, что эта акция, я понимаю, уже проводится такой на регулярной основе, и я думаю, что впредь мы будем тоже активно участвовать в этой акции. На берестейский пекарь приехали специалисты разных медицинских направлений. Можно было проверить не только сердце, которое как главный орган в центре особого внимания, но и, к примеру, щитовидную железу, сдать кровь на содержание сахара и узнать, насколько зоркое зрение. Сегодня проводится первая такая акция в городе на предприятии ОАО «Берестейский пекарь», где будут проводиться и исследования, такие как УЗИ сердца, электрокардиограмма, исследования крови на содержание глюкозы, холестерина, гликированного гемоглобина, измерение артериального давления, индекса массы тела. Кроме того, работники могут получить консультации врачей-кардиологов, терапевтов, эндокринологов, неврологов и других специалистов. В случае выявления какой-то патологии сердечно-сосудистой системы, эти лица будут направлены на внеочередное обследование в кардиологический диспансер. Пламенный мотор человека – орган с большой нагрузкой, но у сердца большой ресурс, уверены специалисты. Важно только грамотно его расходовать, беречь, тренировать, подпитывать всем необходимым и выполнять рекомендации врачей. Внимание стоит уделить еще одному моменту. Контроль за артериальным давлением должен стать нормой жизни. Артериальная гипертензия – это бич нашего времени. К сожалению, она молодеет, более в молодом поколении развивается. Люди не следят за повышенным давлением, вследствие этого инфаркты и инсульты. Поэтому, чтобы их предупредить, в первую очередь нужно измерять и лечить давление. Это основная проблема, которая существует. В 2018 году такие мероприятия в Бресте и районе будут проводиться ежемесячно. Организатор вместе с медицинским десантом планирует посетить не менее 12 предприятий и организаций. Продолжится профилактическая работа и в учреждениях здравоохранения.